образом затушевать ролик. Еще раз выразить вам признательность за то, что вы сочли возможным 9 мая, День Победы над фашизмом, приехать в Москву. Мы знаем, как в Израиле, как еврейский народ в целом относится к событиям прошлой войны. И это отношение во многом нас объединяет, отношение к нацизму, к фашизму, к жертвам нацизма. К жертвам нацизма вообще и к жертвам Холокоста в частности. С этого года и в Израиле 9 мая общенациональный праздник, мы знаем. Гамба Израиль, хаг расмен. Ну и я помню свой визит в Израиль в связи с открытием памятника советским солдатам. Они зуфарет а бикур шели б Израиль, кше и штатав типе текис Пануката Эльдарта Ле Хаилим Совети. Разумеется, мы воспользуемся сегодня вашим визитом для того, чтобы поговорить о двухсторонних отношениях и о проблемах в регионе. Ситуация, к сожалению, очень острая. Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые бы вели к смягчению ситуации, позволили бы найти пути к разрешению острых конфликтов. Улай гам на насе лимцо это драким ле моца не на ситуация. Тогда лха дуни на насе. Большое спасибо, господин президент. Каша ли тебя лха та и прошмут, омика и прошмут шли не а теке сам багеша за. Мне даже тяжело описать, вам глубину того, насколько я впечатлился от этой церемонии, посвященной победе над нацизмом. Мы в Израиле не забываем ни на минуту ту огромную жертву, которую заплатил российский народ и которую заплатила советская армия. Героизм, который был проявлен для того, чтобы добиться победы над нацизмом. Ишав лиади бенью бенха ветеран, шая бен мишахере Аушвиц. Рядом со мной на трибуне сидел между мной и вами ветеран, который войны, которая освобождала Освенцим. Анахну афпам шухахим это машмаут шел акрава шелахем. של החיילים האלה, יחד עם חצי מיליון חיילים יהודים בצבא האדום, להבטחת גורלה של רוסיה, של האנושות ושל עמנו, העם היהודי. Мы ни на минуту не забываем той огромной жертвы, которую принесли эти солдаты, солдаты, которые представляли российский народ, среди них было и около полмиллиона евреев, которые сражались, и они спасли свое отечество, они спасли все человечество, спасли во многом еврейских. И мы не забываем ни на минуту очень важный урок истории, что когда появляется подобного рода убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор. Это не юмано, но 73 года после Ашоа
יש מדינה במזרח התיכון איראן שקוראת להשמדה עוד 6 מיליון יהודים. ואתה תשלו פוירית, נו 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает к уничтожению государства Израиль. ההבדל הוא שיש לנו היום מדינה. Но есть одна большая, есть разница в тем, что было тогда и тем, что сегодня. У нас сегодня есть своя страна. ואנחנו, אני מאוד מעריך את ההזדמנות לשוחח איתך על בעיות האזור. הניסיונות, כפי שאתה אומר, לפתור את המשברים, להסיר את האיומים, בצורה מושכלת, בצורה אחרת. Я очень ценю возможность, о которой вы говорили, обсудить с вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе, ответственным образом и разумным образом. אני רק מסיים ואומר לך שאני מאוד נרגש שהזמנת אותי למצעד הזה, כראש ממשלת ישראל, כראש מדינת היהודים, ושהזכרת את שואת היהודים היום, זה עוד עדות לקשר העמוק בין שני העמים שלנו, ואני מודה לך על כך. И я хочу в завершение своих слов еще раз сказать, что я очень глубоко чувствую то, насколько важно, что вы пригласили меня сюда, премьер-министра государства Израиль, премьер-министра государства еврейского народа, и что вы в своих словах упомянули о Холокосте еврейского народа, когда вы выступали. Это только лишний раз показывает ту глубокую связь, которая есть между нашими странами и нашими народами, и я хочу еще раз поблагодарить вас за это. Спасибо. Туда. Спасибо. Thank you.